сами себе говорим, ну, я хочу больше зарабатывать, просто у меня не получается, или еще что-то в этом духе. Но на самом деле это же вопрос нашего поведения, наших действий, которые мы совершаем. И почему-то ваш мозг вот выбирает такое решение. С одной стороны, удовлетвориться нынешним положением, а с другой стороны, мечтать, думать, было бы хорошо больше зарабатывать и так далее. У этого есть понятные объяснения, и за это даже дают Нобелевские премии. Канеман, Тверский и Талер, основатели поведенческой экономики, объясняют, что для человека на подсознательном уровне значительно важнее стабильность, безопасность, нежели вот какие-то шаги, действия, которые, с одной стороны, могут принести ему дополнительный доход, улучшить качество его жизни, но, с другой стороны, возникает ситуация риска. И вот каждый раз, когда нужно перейти к делу, вот эти наши подкорковые структуры, они говорят, так, давай, давай, не надо тебе никуда ходить и так далее.